Иное измерение русской культуры. Мирра Александровна Лаховицкая. Элегия. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Я умереть хочу весной, с возвратом радостного мая, когда весь мир передо мной воскреснет вновь, благоухая. На все, что в жизни я люблю, взглянув тогда с улыбкой ясной, я смерть свою благословлю и назову ее прекрасной. Пятое марта 1893 года. Читано по изданию. Мирра Александровна Лаховицкая, Жибер. Стихотворение. Том 1, 1889-1896. Издание 2. Санкт-Петербург. Издание Алексея Сергеевича Суворина. 1900 год.